Еще не прошло недели с дня закрытия Олимпийских игр в Бразилии, а мы вновь провожаем белорусских спортсменов в Рио. На этот раз к перелету готовится паралимпийская сборная страны. Главные игры четырехлетия для людей с ограниченными возможностями пройдут с 7 по 18 сентября. И буквально с минуты на минуту в здании Олимпийского комитета Беларуси состоится торжественная церемония проводов паралимпийцев на игры. На месте работает наш корреспондент Александр Ярмаш. Саша, здравствуйте. Все уже началось? Добрый день, Юлия. Торжественное мероприятие только-только началось, но, как видите, за моей спиной практически ничего не происходит, так как уже все собрались в зале Олимпийской славы в этом вот прекрасном здании, где и проходит торжественная церемония. Мы же решили не мешать своим громким голосом прохождению этой церемонии и вышли на улицу. И сегодня официально объявят, кто понесет флаг Беларуси на открытии игр и кто будет капитаном нашей команды в Бразилии. Правда, мы разузнали эту информацию уже. Анна Конюк, капитан нашей команды, она бронзовый призер Лондонской паралимпиады в прыжках в длину. Александр Трипуть понесет флаг на играх в Бразилии. Он паралимпийский чемпион 2004 в метании копья. Подготовка была очень трудная, тяжелый год был, много было проблем и всего, но мы шли к своей цели и будем стараться на этих паралимпийских играх достичь высоких результатов, завоевать медали, и каждый из нас приложит максимальные усилия для достижения цели. Во-первых, приятно, что меня доверяют такой нести наш государственный флаг. Вот. Наверное, любому человеку было бы приятно, вот, когда такое доверие к тебе есть. Как и перед каждыми паралимпийскими играми, перед самым важным стартом, конечно, ты как бы шестой раз уже едешь на паралимпийские игры, как будто в первый раз. Все равно есть мандраж, все равно есть такое вот настроение, такое боевое, не боевое. И сейчас надо просто себя держать в руках в этот момент, и чтобы весь пыл и все, что у тебя накопилось, выбросить именно на стартах. Почти все спортсмены отправятся на Паралимпиаду в Рио одним рейсом 31 августа. Ну а первые соревнования пройдут уже 8 сентября. Всего в Рио выступят более 4000 спортсменов, из которых 20 белорусов. В Бразилии будет разыграно 528 комплектов наград в 22 видах спорта. Ну, естественно, не все спортсмены наши вернутся с медалями, но они для нас уже все равно победители, так как нашли в себе силы заниматься спортом. Юлия. Спасибо, Александр. Но, тем не менее, желаем им привезти как можно больше медалей. Удачи всем на играх. Напомню, Александр Ярмаш следит за торжественной церемонией проводов паралимпийцев в Бразилию. Подробности в следующих выпусках.